А сейчас понятно было? Ну, сейчас да. Но обычно нет. Ну, сейчас понятно. Обычно нет разницы. Ну, ты смотри. Знак действует пистолета. К этому знаку табличка какая была? 821. Протяженность действия этого знака. А знак вообще у нас докуда действует? Вообще без табличек. Грубо говоря, до перекрестка, до конца населенного пункта, либо до следующего знака, да, отменяющий этот знак. Соответственно, там был перекресток. Главную дорогу видела? Ну вот даже сейчас вот перекресток, да? Вот мы проезжаем, вот он справа. Да, но это не 300 метров. А получается, действие знака уже не должно распространяться. Потому что табличка, подожди, табличка вот эта 821, она может только уменьшить расстояние действия знака, но не увеличить его за пределы перекрестка. Потому что по правилам дорожного движения перекресток отменяет действие ограничительного, ограничение действия знаков, правильно? Соответственно, прикрепленная табличка, вот если ты едешь, ни одного перекрестка нет, и там написано 300 метров. Да, он действует именно на протяженность 300 метров, потому что нет перекрестков, и ты же не будешь до конца населенного пункта ехать такой скоростью. Вот так и сделано. Я не знаю, почему здесь так установили. Надо было ставить за знаком главная дорога. Тогда, да, вот так как-то получается. И в другую сторону тоже ты едешь, буквально проезжаешь вот 40 километров, буквально метров 50. Следующего вот этот же перекресток, и все. Только почему-то никто на это внимание не обращает. Все там пытаются ехать 300 метров, причем я тоже когда-то сам глупый был, не вник в эти правила дорожного движения, взялся уже объяснять, да, конечно. Я думаю, что они должны знать, но они долбят до 300 метров. Вот. Поэтому, но я думаю, не набирать скорость. Я даже не знаю, как учить вас.
Я думаю, когда учитель экзамены, учитель жизни, все. Я думаю, что все-таки нужно просто спорить с инспектором, что табличка вот эта вот, она может только сократить расстояние действия знака, но не увеличить за пределы перекрестка. Все. Вот, допустим, вон главная дорога, перекресток. Вот сейчас будет здесь знак какой-либо, да? Там 20 метров едем с такой-то скоростью. Вот этот выезд, он не считается перекрестком. Ну, этот-то нет. А может и да. Почему не считается? Ну, откуда ты знаешь, что это выезд? Ты как успела определить, что это выезд? Ты что, дом рядом стоит? Здесь вот тоже выезд. Не знаю, поэтому я не очень разбираюсь, когда перекрёсток, а когда нет. Да, в наше время сейчас никто не разбирается, поверь. Вот сейчас, если копаться вот в правилах дорожного движения, то это будет вовсе не перекресток, а у кого-то считаться перекрестком, понимаешь? Что делать? Муравью ноги приделать, что делать? Разбираться. Читать, понимать, спорить, кусаться, плакать, обижаться. Как определяется перекресток? Ладно, сделай вид, что не знал, двигаемся дальше. Скорость в 30 километров. Мало чего добьемся. Радуйся, что весна приходит. Снег тает, который выпал буквально за 2 дня. Вот его не было, так хорошо было. Обрати внимание, это светофор пешеходный или это перекресток? Вот этот светофор отменяет действие других знаков? Нет. Дома главная дорога висит, я думаю, что все-таки он отменяет. Не то, что перекресток, а то, что главное. Ну, перекресток вон слева, но это суть в том, что не регулирует перекресток слева, который идет. Вообще даже вон разметка там 1.8 идет. 1.18 я забываюсь. Но этот светофор был пешеходный. А как? А пешеходы же шли. Нет, ну вот смотри. На перекрестке, где регулируемый перекресток, не будет никогда два светофора. Будет пересечение проезжих частей. В данном же случае не было проезжих частей пересечения, правильно? Светофор был просто посередине дороги. Вот стоял, вот грубо говоря, как наши столбы здесь стоят, так же и стоял, правильно? И зебра была. А пересечение проезжих частей, вы имеете в виду, как на проезжей деление иногда? Нет, я тебе сейчас покажу, вот. Вот перекресток. Наша дорога пересекается
справа и слева. Видишь? Посмотри, сколько много светофоров. Здесь стоят и за перекрестком светофор. Вот получается. Тут. И в сторону вправо и влево тоже установлены светофоры. А на пешеходном светофоре, переходе, всего лишь стоит один светофор, одна пара светофора, который просто говорит: ребята, вот вы положили шлагбаум здесь, проезжа пришел, да, пешеходы идут, вы стоитесь. Вот. Но не всегда люди у нас это знают, или по крайней мере умышленно вот так делают. Вот там тоже загорелся красный сигнал светофора. Выехала машина со двора, вон тоже вон, выезжает, видишь? Они в наглую едут на красный свет. Смотри, как они едут. В наглую едут на красный свет. А где, посмотри, вот они выезжали справа. В их сторону светофора есть? Нет. В их сторону светофора нет. Они должны были выехать под светофор, перед зеброй остановиться и стоять курить бамбук. Поняла? Вот же он сейчас выехал, у него куда светофор? Он ему сразу в глаза горит красный, правильно? И они же все выезжали. Да, нарушение правил дорожного движения, пересечение светофора. На красный сигнал светофора. Вот. Вот еще один светофор пешеходный. Как мы должны здесь? Если загорится красный, мы останавливаемся вот перед перекрестком. Если горит красный, человек также выезжает, становится под светофор и стоит, курит бамбук. Ждет. А многие считают, раз мы остановились, значит они могут ехать. Ну, это очень печально. Но мы все останавливаемся, потому что красный. Конечно. А останавливаемся перед выездом, чтобы люди могли выехать влево, то бишь за нас. Но никак не, ну, вправо. Вот смотри, ситуация такая же. Вот выезд справа, видишь? Угу. Впереди красный горит. Ты выезжаешь с этого поворота, подъезжаешь к светофору, загорается красный. Ты остановишься? Ну, логически. Вот сейчас загорится красный. Да, остановишься. Даже если ты выехала вот сейчас справа, да? Угу. Так вот, поехали. В случае, да, в предыдущих, там два выезда были просто рядом со светофором. Понимаешь? Здесь был подальше, да, от светофора. И поэтому мы выезжаем. Надо быть готовым, резко, не резко тормозить, а быть готовым. Да ты же выезжаешь и видишь то, что красный горит. Встала и кури. Ну, если не куришь, жжешь, кури. Ну, ты там что хочешь делать? Поехали, поехали. Блин, просто мне так, ну, так медленно ехать, что это все. Видео потом посмотришь, воспринимать. Табличка вот. Стоп. В сочетании со светофором. Опять же, он пешеходный светофор. Да, он пешеходный светофор. Но опять же, он регламентируется такой табличкой, что мы останавливаемся. Вот тут как раз стоп-линия. Угу. Отпускай тормоза. Да. Поехали. Едем. Но они все пропускают, мы знаем. Да? Я иногда где-то сам иногда термины путаю, заговариваюсь, так что если я что неправильно скажу, и ты будешь считать, что это неправильно, ты не молчи. Всегда вот, ты с любым человеком, как бы, если ты что-то знаешь, то конечно, я могу сказать, да, перепутать, у меня в голове одно, я же тоже человек, а скажу что-то другое. Вон, когда на YouTube выкладываешь, что-нибудь скажешь, ой, там у этих чаек налетает, знаешь, сколько умных, которые сидят, да, своими этим. Вот у меня там видео есть, где я всего лишь девочку хотел, так она сказала, давай сделаем экзамен мне. Я говорю, ну давай, ты что, готова? Я же еще без камер говорю, да ты не готова. Ходить надо, заниматься, а не через три вождения бежать на экзамен. Я все выучил, я все могу. Ну давай, как на экзамене. Не видела? Получилось. Ну, по-моему, часто было. Да меня там вообще уже ниже плинтуса затоптали. И девочку, и меня. Ну. Нет, чтобы просто посмотреть, ну, ситуацию, что такое экзамен, ну как, что бывает. Вообще надо не комментировать, а просто посмотри, сделай там, где сидит какой-то аватарка кошки. Ухавайся к пролесу. И будет мюнкать, мурлыкать, ну кошки. Так, такой блогер подвергается. А я что, блогер считаюсь? Нет, ну в плане, кто выкладывает видосы, да?
на проспект. Будет маршрут один чуть-чуть сюда, вот где-то мы в остановку въезжаем. Да разгони ты машину, мне прямо самого уже начинает подташнивать. Всю дорогу шорох летел сейчас. Так, мы едем туда. Вот у нас главная дорога движение прямо. Вот это вот пересечение проезжих частей уже перекресток. Включай поворотник. Куда? Направо. А куда мы едем? Направо, на проспект. О, блин, я думала, не сюда. А где проспект у нас? Сколько ты за рулем не сидела? Так. Целую жизнь. Целую жизнь. Ну вот, тут как бы нам ничего не мешает, просто едем. Запомните вот это место, у меня разработчик. Говори. Ну, я не знаю, не можешь? В смысле, тоже направо показывать? Да, обязательно. Я запомнил это место. Главное, ты запомни свой вопрос. Как оно называется? Ну, наверное, подъем на Карла Марса, на Павленко с большой. Здесь мы должны сейчас там запускать все машины? Ну, по сути, выезжай, я тебе сейчас объясню. Вот знак главная дорога, движение, да? Вот в прямом направлении тут получается. Едем? Едем. По сути. Мы не мешаем никому, мы сейчас выезжаем. Вот сейчас, вот здесь уже мы никого не пропускаем. Мы прошли пересечение проезжих частей, в левый ряд перестраивайся. Короче, это уже перестраивается. И что он сзади тебя? Okay. Вот здесь вообще нет разметки, блин, сколько тебе поворотов? Левый, три. Если нет разметки, ты теряешься, включай левый поворотник, сейчас научу. На экзамене даже включила поворотник, иди тупи. Не трогай поворотник, включи поворотник, иди тупи, влево смотри. И перестроилась. Здесь уже будет понятно, по какой полосе ты едешь, понимаешь? Тут, мы уже влево, разгоняй машину. Дело в том, что ты когда спустилась в разряд, дорога широкая, я начинаю теряться, правильно? Включила поворотник и типа, а я хочу перестроиться. И даже где-то твои волнения на дороге, вот эти вот будут движения неуверенные, с поворотником, инспектор на экзамене посчитает, что ты хотела перестроиться. Ну и скажешь, можно перестроиться в крайний левый ряд. И все, и пошла. А без поворотника так будешь ездить туда-сюда и юлить, тупить. Ну вот тебе скажут, давай. А мы просто как бы двигаемся, ищем полосу, мы включили левый поворотник и никуда не забираемся. Да, и мы потихонечку перестраиваемся. Всегда ищи какой-то ориентир. Если широкая дорога, вот здесь полос никаких нету, лежала, значит, к обочине, и это будет крайняя правая полоса, да, и, соответственно, ты будешь ровненько ехать. Экзамен там без разницы, ты главное едь, нас уже люди по сплошным обгоняют. Они говорят, ну они что там едут, тошнутся их. Ты же понимаешь, что с такой скоростью мы тоже не сдадим экзамен. Поехали, 20 км в час. Что дальше мы здесь наблюдаем? На проспекте, да? На проспекте, да. Вот этот перекрестковый. Потому что тут дверь входит на автомобиле, да? Ну, потому что это пересечение проезжих частей даже есть. Вот. А остальные на данной улице по нашему маршруту будут только пешеходные. Дальше что мы? Давай-ка в правый ряд уйди, а то мне точно по ушам нахлопают. Что делаем? Ну я считаю, что ну да. Вот. А здесь едь тебе, Сташечка. 20 километров. Ну блин, когда ты в машине ученик, все может такое. Как бы хочу летать медленно, мне так показалось. Когда что, повтори, ученик в машине? Ну когда машина ученик. И ничего. И тебе никто не дает никаких привилегий, да, поверь. Я понимаю, но в плане. Со скоростью 20 км, я смотрю, мы научимся много. Что видишь? А здесь нигде нельзя останавливаться. Знак, да? Знак один. Он здесь один. В эту сторону, со стороны северного, один? В сторону южного, он один. Запомнили, увидели многорядов, базу слева,
увидели тут дома 161, да, этот проспект 60-летия. Все, мы здесь не можем остановиться. А где сможем? Красный горит, давай остановимся. Где покажем? Ну, вы сказали, что здесь дальше нет перекрестков. Регулируемых. А разве только регулируемые отменяют действие запрещающих знаков? Я не вижу, куда смотришь? А посмотри влево, там красный горит, видишь? Ага, тоже для нас. Ну, конечно. Поехал? Действие. Остановка запрещена. Вот. И после него? После него можно остановиться. Но это пешеходный светофор. Когда горит красный, его даже справа-слева пересекать выезжаешь нельзя. Вот. Здесь уже везде можно остановиться, но только с адекватными намерениями. По всей дороге, а аккуратнее. Ну вот просто на дороге это не... На экзамене, по-моему, все благоразумно. Главное, что-то нужно делать. В жизни, да, я не рекомендую ехать и справа остановиться. Да, а на экзамене можно. То есть, если а на экзамене там, у тебя... Да и в жизни можно. Но на экзамене тебе это придется делать. А да. В жизни я не рекомендую. Так, а насчет тогда остановиться на остановочке? В конце остановки, не мешая транспортным средствам, перевозящих пассажиров. Если не будет никого на остановке, когда нет остановки, можешь уехать. Давай-ка в левый ряд перестраивайся. Нет. Да. Нет. Ну по маршруту должны повернуть. Газу дай. Молодца. Вот. Вот опять же. Вот он перекресток. Ты же знак был. Вот он тебе перекресток. Те, кто с развязки спустились, они уже пропускают нас в том случае, если они перестраиваются вправо. Вот он говорит, ну у него пробег вправо. А мы сейчас влево идем. Левый поворот, не включай. Зеркало смотрим. Ну да. Ну где-то в Хабаровске, да. На левое, что ли? Да, влево. Я-то подожду. Поехали, раскаленный. Видишь знак «Уступи дорогу»? Я вообще ни для чего не понимаю, для чего он здесь стоит, этот знак. Серьезно. Поехали. Обращаю внимание, у нас выезд. Здесь мы уже никого не пропускаем. И у нас дополнительная полоса, она появилась реально, потому что сверху движение по полосам 4 полосы. Соответственно, люди, которые перестраиваются в нашу полосу и считают, что они правы, потому что у нас стоит знак, установлен знак «Уступи дорогу», они при ДТП будут не правы. Останавливаемся, говорит. Ну, можешь не останавливаться вообще. Не можешь? Не перед слева светофора, а справа еще он ближе. Который ближе к тебе светофор по ходу твоего движения. Около ближнего и останавливаемся, не пересекаем. Наша задача с тобой дальше что? Двигаемся по проспекту. Соответственно, мы... Куда ты поехала на красный? Поехали. Разгоняй машину. Разгоняй, сейчас объясню. Вот не показывай. Вот сейчас показывай, ты же перестроился. Правый. Газу. Ой, молодец. Вот, что-то против. Газу. Не бойся, дорога сухая. В плане без всяких приколов. Правый поворотник включила. Зеркало посмотрела. Перестроилась в средний ряд, выключила поворотник, ориентируйся по вот этому фонечку. Не надо уже показывать, ты перестроилась, поехали. Есть две полосы. Да, левее возьми. Вот, кстати, прямо на повороте знак стоит установлен, остановка запрещена. Поехали. Имею в виду, ты вот сейчас повернула, стоит знак, остановка запрещена. Мы в Хабаровске. Только что здесь ехали. А мы развернулись? Ну конечно! Ехать. Представляешь? Где?
А что, пойдешь? Это первые мы. Ну так-то да. База много рядом. А еще что ты видишь на столбе опоры? Знак остановка запрещена. Я посмотрю за... Да нет, мы просто возьмем, да, остановим. И еще один. Еще. Ну, а вообще прямо под знаком, то есть мы не можем начинать еще один. Ну, сейчас нельзя, потому что их там два штуки стоят. А вообще, ну это же как-то прикольно, что типа до знака можно. До знака можно, да. Он знак же показывает границу. Куда вы нельзя? Правый, ну перестройся в правый ряд, а то точно мне машины надо. Водители скажут, ты как там учишь по второму ряду, едешь там 20 километров, едешь, потому что тебе уже там голубки и как-то ты не понимаешь. И все. Нужно все-таки как-то в обществе еще ориентироваться. Ну до этого, где ты сейчас едешь, да, в данный момент, можно остановиться. Угу. А после него снова нельзя. А после него снова нельзя. Поехали. Ух ты. Я тоже не знаю. Что-то хрустит, что-то захрустело. Поломала машину, все. Разой. Что ты видишь? Что ты видишь? Знак какой? Ничего. Стрелочка куда показывает? Спасибо. Что это означает? Нельзя. Что нельзя? До этого знака остановка запрещена. А после него можно, потому что стрелочка вниз. Да. Поняла? Видишь, красный впереди загорелся. Вот можешь ехать на престиж. Могу разогнаться. Нет, престиж лучше. Вообще, по-хорошему, нужно учиться проезжать светофоры так, чтобы не останавливаться. Не то, что на красный, а рассчитывать. Подгадывать, чтобы подсечь, хоп, и сразу зеленый. Да, потому что полная остановка, потом движение, это все-таки для... Ну, машина лучше вообще не останавливается. Ну это лишний расход. А куда мы едем? Мы куда едем? Да. Куда же мы едем? Куда мы едем? А куда мы едем? Поехали. Поехали, я только за. Можно уже мы только посижу? Я отношусь и поедем. Так, поехали направо. Обязательно. А в Москве хорошо, да? Ну ты ходила там по улицам. Тебе понравилось Москва? Смотря где. Смотря где, а Хабаровск тебе нравится? Уже ехала на дачу 6 часов подряд. А знак? Знак 40 км в час. Ты что, увидела что ли? Конечно. Блин. Я же люблю эти знаки. А сколько ты едешь? Можно вообще, да? 5, наверное, ехать. Ну как хочу, то ты еду. Смотри, человек. Так по дороге не гуляем. Ну, тут тоже типа две полосы, там какая-то ямка. Обычная русская ямка.
Сейчас она еще больше станет. А здесь мы пропускаем. А здесь мы не паримся. Давай подъедем хотя бы к знаку сначала. Вот, знаку да. Да. Вот здесь мы всегда будем уступать. Это не как с развязки. У нас здесь едем. Иди ты, господи, где сплошные линии? Зеркало, смотри, левого вроде пути. Никого нет. Выезжай. И ты выехал в свою, ну как в свою, в полосу, в главную. Вообще... А этот товарищ, не бойся его, он взял из-под нас, выскочил, потом обогнал нас и остановился на остановке. Я вообще просто в шоке. Мужик. А он тут вообще сейчас нет? Прямо двигаемся. Поворачивай, мы будем с правой крайней, а мы по прямой едем. А ну есть какой-то, да? Маршрут, да. Хочешь туда съездить? Нет. Не поеду. Я на экзамен туда поеду, да? А это мы здесь тоже есть? Это Карла Маркс. 300 метров. Каких 300 метров? 40 метров. Какой знак? Все-таки опасный участок для бегунов на протяжении 100 метров. Но это же тот знак, который мы не видели. Какой мы видели? Я не видел. Вообще. А вот и он, да? Афон. Мы что-то разное говорим с тобой. Ты главное едь. Главное, мы разберем. Сегодня только первое вождение. И все еще находим. Вот опять. Что? Что он означает? Вот там есть 100 метров, вот бегут дети. Школа. Вот так, значит, означает. Ладно. А вот этот? Какой? Пристегни ремень. Нет. Ну видишь, вот так он говорит, показывал. Пристегни ремень. Ты пристегнута? Пристегнута. Видишь, справа, ой, слева, направо. Видишь вот это вот? Пристегни ремень. Да блин. Серьезно? Нет. А вот это, видишь, вот это что за знак такой? Ой, не страшно. Там вообще до этого был такой же знак вместе с душем для машинистов и чем-то. Угу. Блин, что за знак такой был, а? Ну, типа сервис ремонт. Да нет, пристегни ремень, оказывается. Что нет? Я приеду домой посмотреть. Давай, приедешь домой посмотри. Ты пока домой приедешь, это уже будет в Ютубе, тебе уже там напишут. Нет, не выкладывайте это. Нет, тебя-то с тобой не будет лица. Именно с вами. Видео только дороги и нас, то, что слышно. Черт. А музыку блокирует Ютуб. А, да? Да. Нет. Да. Он говорит, права интеллектуальной собственности. До свидания. Еще раз такое выложишь, заблокирую рекламу. Они как-то обходят вот эти вот распознавательные программы. Но я же не ютубер. Я же... Почему? Нет, вообще как-то. Возникла такая мысль, потому что устал, наверное, людям одно и то же объяснять. И мутная, да, на видео. И меня как-то это затянуло. И начал снимать. Ну что, разве плохо, когда человек включит хотя бы и посмотрит со стороны, вот, да, со стороны. Потому что когда ты за рулем сидишь, все равно ты напряжена и где-то половина пути вот, не помнишь. А так ты раз, посмотрела, ага, уяснила, прояснила. Не слыхай. Вот, смотри, если там заграет красный сигнал светофора, мы останавливаемся. Где? А, это тут телефон. Табличка стоп.
так скажу, если светофор мигает, и ты эту табличку проезжаешь и останавливаешься около светофора, нарушений нет. Да? Но да. Вообще, типа, надо прикрепить. Ну, вообще, нужно адекватно оценивать скоростной режим, чтобы всегда вовремя успеть остановиться. Это раз. Во-вторых, где здесь можно остановиться? По всей протяженности контрапас можно остановиться в крайне правом ряду. Соответственно, включи поворотник. Посмотри в зеркало, чтобы тебе привет не передали. Все, он начал уходить, да, от тебя? Все, немножко прижмись. Правое зеркало посмотри, чтобы обочину не... Выходи в сугроб, так сказать. Выходи в сугроб? Я вошел. Как весна. Я как выхожу. Включаем левую, да, не переключаем, что включаем левый поворотник, смотри в левое зеркало. Ну, их дофига. Пошли, пошли. Да пошли, ты же в ряду стоишь. Ты где находишься? Включай поворотник. Они же не собирались сюда ехать. Они ехали по второму ряду. Они потом, ты уже тронулась, но ты обращай внимание, что они могут подрезать. Вот именно, мне нужно подрезать. Не бойся. Мы вообще ничего не бойся. Потому что мы едешь, вообще перестанешь все бояться. Я тебе еще батарейки включу. Выборы в смс-ке зачем мне приходят? Переизбираем Путина, что ли? Прячемся, посмотрим, что кто-то не видит, скинем бонус и убежим. Сейчас вроде даже можно онлайн проголосовать. Странная тема, но зато из дома не надо выходить. Да это шоу просто. Вот это не перекресток, запомни. Это первый светофор у нас выезд из депо регулирует. То есть это просто будет? Да, если этот промигал, светофор, а, и здесь уже загорелся красный, мы останавливаемся. А многие из нас считают, что это перекресток, заканчиваем по делу. Так, в левый ряд перестройся. Кого-то не открываю, что ли? Перестроилась. Красный впереди горит, видишь? Старайся все-таки скорость свою, да. Ну и мы едем туда на левый, показываем на тот главный. Не надо ничего показывать. Ну вот ты передай своим инструкторам привет. Конечно, скажи, идите, пересдавайте. Движение по полосам, вот оно. Если ты сейчас включишь левый поворотник, ты должна будешь перестроиться влево. А влево это, там едет уже машина. Посмотри вот в зеркало. Видишь, появилась полоса там. Потому я что когда... Я подумал, что я сейчас... Конечно, ты, если ты показываешь поворотник на данном перекрестке, ты должна перестроиться в левый ряд. Вот и все. А я знаю, почему ваши инструкторы это делают. Нет, один гаишник просто требовал, чтобы всегда включали там поворот. Да, стоит так. А я тебе опять еще повторю, вот. Так. Сейчас будем смотреть, где он заканчивается. Ну, он заканчивается вон на следующем знаке. Главная дорога. Это а, по сути. Главная дорога или перекресток или перекресток. Нет, ну перекресток. Вот главная дорога обозначает перекресток. Чуть знак дальше проедь, потому что перекресток чуть дальше от знака главная дорога. И все. И по сути, можно ехать уже 60. Если отталкиваться от правил ПДД. Потому что этот и нежелательно. Гаишники тебя не пропустят. Экзамен, когда будет 300 метров, вот едем 40, 40, 40, 40. Едем, едем, едем. Слева перекресток. Все, можно ехать 60. Но опять же, мы едем с тобой 40, только потому что я сначала сам поеду в ГИБДД и решу этот вопрос. Мне вот интересно, почему преподаватели, которые сами инструктора и инструктор, и сама не понимают, что здесь можно уже ехать 60. А там еще, если бы мы, допустим, согнулись, его провернули, там снова повторяется этот знак. То есть там уже снова нужно ехать 40.
когда туда повернулась, да. Ну, вот, когда там, туда, да. Так, а если у нас нет перекрестка и просто знак главное, то это тоже отменяют? А что бы она стояла главное? Нет, тут... Ну, это лишний знак бы-то... Нет, главная дорога будет в любом случае стоять только потому, что есть пересечение проезжих частей. Просто так знак главная дорога не будет. Ну, давай посмотрим знак. Вот. Ты видишь знак перед собой, главная дорога. Видишь? Перекресток есть? Есть. Интересно. Просто обычно если там видишь, я туда не смотрю. А то есть я должна видеть все, оценивать, что там перекресток. Ну ты издалека это есть, видишь. Двигаемся дальше. Да? Знак главную дорогу видишь? Да. Что? Перекрестка. Слева перекрестка. Да будет слева. Увидела? Да. Ну блин, главную дорогу знак видишь? Если справа нет, значит есть слева. Поняла? В любом случае просто так не будет установлен знак. Но главная дорога не на перекрестке. Да. И разметка показывает, что поворот налево, это уже является, что это перекресток. Является тем, что это перекресток. Даже линия разметки показывает. Левый ряд перестраивается. Движение, подожди, движение прямо на пересечение, вот выезд, видишь, хоть и сплошная, это все равно показывает, что есть. Движение прямо и знак главная дорога, чувак нарушает план дорожного движения. Главная дорога распространяется, движение прямо на вот этот выезд. Следующий, получается, знак главная дорога отменяет действие движения прямо. Соответственно, я могу взять, тупо сейчас включить поворотник, остановиться и прямо тут развернуться. Ну да, вот так остановиться, как шел, и развернуться. Здесь я тоже могу развернуться сейчас, только потому что нет линии разметки, она стерлась. Здесь я не могу прямо, видишь, движение прямо и направо, вот, знак главная дорога, налево пересечение дорог. А второй знак справа, где машина стоит, отменяли, и я могу здесь развернуться. Это правило дорожного движения, глупости такие вообще. Левый ряд, поди. Это, если здесь и по сути нельзя разворачиваться, то это упущение дорожников, которые устанавливают эти знаки. Прямо здесь? И будем разворачиваться. Серьезно? Серьезно? Да нет, маршрута, левый поворот заключай. Где должен? Где мы будем разворачиваться? Вот, вот и давай. Куда встали? Кого ждем? Мы еще не встали, мы еще двигаемся. Успеешь? Крути роль. Крути, 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 крути. Подгазуй чуть-чуть. Здесь тоже надо. Выравнивай. Конечно, это же перекресток. А если ты вот этот светофор прошла на мигающий, а вот это уже загорается красным, мы тоже проходим, потому что это перекресток. Смотри, сколько знаков главных дорог. Да. Главная дорога, видишь? Что, это все перекресток, что ли? Выезд есть. Знак главная дорога, слева выезд есть. Видишь? А это что? Знак главная дорога, справа выезд есть. Типа они все пропускают здесь? Конечно. Это и само собой. Это просто для тебя показывает. А левый ряд уходи, левый поворотник. Он не будет сам выключаться, он будет выключаться, когда ты делаешь полный оборот руля. Ты что, 60 решил ехать? Ну, о, господи!
напрягает. Где? В ТАГе ли остановить? Обгон. Человек сейчас выходил на встречный вход. Что он здесь сделал? Нет, что он сделал? Опередил.